Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Navitel T787 4G. И сейчас мы разберемся, как провести первичную настройку для данного устройства. Итак, для начала мы выбираем язык системы. После чего выбираем регион. Нажимаем «Начать». Пропустить. Есть возможность настроить офлайн, но тогда у нас не будет возможности войти в Google, восстановить данные приложения, скачать обновление ПО и автоматически настроить дату и время. Так что мы подключимся к Wi-Fi. Ждем, пока проснется клавиатура. Хорошо. Меняем язык. Ну, либо не меняем, мне нужно поменять, чтобы ввести пароль. Вам, возможно, не нужно будет. Итак, мы подключились, идет подготовка планшета. Что-то не понравилось ему. Сеть. Давайте вернемся. Попробуем еще раз по Wi-Fi. Возьмем другой Wi-Fi. Попробуем подключиться. Здесь нажимаем «Не копировать». Выбираем, кто будет пользоваться девайсом. Здесь вводим телефон, либо адрес электронной почты. Если у вас собачка gmail.com, то можно не вводить. Теперь нужно ввести пароль. Здесь нажимаем «Далее». Принимаю. Здесь нажимаем «Еще». Принять. Здесь нажимаем «Google», либо выберите себе другую поисковую систему и нажимаем «Далее». Теперь есть возможность задать пин-код, либо не задавать. Нажимаем «Пропустить». Нет, спасибо. И на этом все. Первичная настройка нашего планшета была завершена. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!